Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Да это ж был просто сон! Вау, черт возьми! Подумать только. Будто бы со мной вообще могла произойти такая безумная история. Срочные новости. На рассвете в центре города неожиданно появилось огромное существо. Оно разрушило продовольственный склад и сейчас движется на северо-запад. Так это что, все был не сон? Прошу взглянуть. В данный момент я нахожусь перед домом человека, который имеет непосредственное отношение к огромному существу. Я ни при чем! Я вообще не виноват! Кинзи, нашла тебя. Я очень сильно проголодалась. Риму! Хочу кушать. Кушать хочу. А, постой! Хочу. Это был сон? Пронесло. Я должен был проснуться в подземелье. Где Сия? И что с ящером Ванибе? Говори, куда делись остальные. Ты их унесла? Как бы вам... в общем... Не помню свою реплику! Подождите минутку, я попробую еще разочек. В книге пророчеств было сказано, как мне поступить. Так, в том случае, если спаситель в замешательстве задает вам вопросы, наиболее эффективным решением будет бросить кокетливый взгляд и повернуться на 45 градусов. Ага. В общем, спаситель, сейчас все человечество находится на грани уничтожения. Пожалуйста, нам очень нужна ваша помощь. Это что еще за номер? Риму! За этими стенами наверняка много вкусного. Займись. Ага. А? А, минуточку! Так, слушай сюда, мне нужно знать... Как вы сами могли заметить, все здесь с нетерпением ждали появления спасителя. Да этим бесноватым любого незнакомца покажи, за спасителя примут. Пожалуйста, господин Нинамия, укажите нам правильный путь. Чё ты несёшь? Знаете что, задница ваша, вот вам самим ее и подтирать. Нет, господин Нинамия победит владыку демонов и принесет нам спасение. Ну так что же, неужели вы все еще хотите оставить нас на произвол судьбы? Верно, Ранга будет сопровождать вас в путешествии в качестве мага. Загвоздочка, она не выглядит шибко смышленой. Только и будет, что мешать допутаться под ногами. Ну хватит тебе! Надо так говорить. Давай работать вместе, не на мечку. Я! Так жестоко! Своим самым сокровенным мечом! Так ты это, парень, что ли? В книге пророчеств сказано, что владеющий магией ребенок должен стать жрицей. А магией в Марсии владеет только это дитя. Так что нам пришлось смириться с таким фактом. Что за гребаный цирк вы тут устроили? У вас же человечество находится на краю гибели! Ай-яй, ты неправильно понял? В этом нет ничегошеньки страшного. По правде говоря, нет девочки милее меня. Будь осторожней, Нинамия, ведь ты можешь не удержаться от такого соблазна. Черт возьми, еще одно бесполезное создание! Нинамия! А! О нет! Нужно спешить, Ранга! Когда еда кончается, ее глаза становятся очень злыми! Это глаза чудища, готового съесть нас и не подавиться! Где там замок владыки? Он... Вот он! Смотри, он там, Нинамия! Это замок владыки, кажется. Полный вперед! Зам помощника главнокомандующего... Да! Ферма генерала Муравья? Какого хрена, Ранга? Никакой это не замок владыки! Ой-ой, как же так? Наверное, мы куда-то не туда свернули. Но знаешь что? Смотри-ка, я песик. Хочу ей чепалах отвесить. Как бы я сам этого хотел.
Римо, давай! Что это за ребенок? Мне стоит извиниться. Обед Риму. Ты чего такой внезапный? Все! С нас хватит, генерал Муравей! Это уже полнейший беспредел! За кого вы нас принимаете? Тебе нет прощения. Риму, угомонись. Мы выдохлись! Все уже на пределе! Да? Я не могу работать в такой обстановке ни секундой больше! Да? Мы работаем каждый день по 8 часов! Выходные всего 2 раза в неделю! И получается нагуляться в волю, ведь вставать-то рано! И, наконец, на случай, если я поранюсь или заболею, меня заставили оформить какую-то страховку! Эти уроды точно хотят все соки из нас выжать! Кристально чистая компания! Что-то? Развлекаешься, не на мне? Поэтому, хоть люди и наши пленники, мы постарались предоставить им хорошие условия для жизни и работы. Они вот... Да, вы уж меня простите. Все-таки в армии владыки демонов условия получше будут. Я теперь заместитель помощника главнокомандующего армии. И по совместительству директор по развитию бизнеса, генерал Нинамия, к вашим услугам. И в общем, я подумал и решил захватить ваш городишко. Но вы не переживайте, со мной здесь станет в 3 раза спокойнее, чем раньше. Бэм, бэм.